Здравствуйте, Геннадий Викторович. Здравствуйте. Да, вот очень было приятно услышать. Причем мне человек 20 сбросил информацию, что Балашов хочет с вами поговорить и сказал об этом в эфире, в прямом. Вот что значит информационное общество. То есть мы наконец дожили до того, что можно где-то на другом конце мира, ну образно, конечно, на другом конце мира сказать, и это услышат без, грубо говоря, без телефонов, без ничего, просто услышав голос человека. Наверное, вот это великое дело, чтобы слышали голос человека. Я знаю, что вы много тоже как бы стремились и много боролись за то, чтобы голос обычного, простого человека был услышан. И поэтому вот первый вопрос мой, конечно, про Майдан. Вот прошел Майдан, вот итоги Майдана, и мне хотелось бы именно от вас это услышать. Лучше стало, хуже стало, какие еще перспективы? Закончилось это или это перманентное дело такое народное? Как вот, потому что я к Майдану очень хорошо отношусь, в отличие от многих, кому здесь как бы мозги запудрили. Ну, в Майдане мы участвовали как бы рядом, я тут, у меня офис рядом, и мы вступили в изгнание Януковича, но Майдан не имел четко выраженной стратегической цели. Он имел такую короткую цель, длинная цель была там вступление в Евросоюз, а вторая цель, это очень короткая, которая больше всего народу нравилась, это выгнать Януковича и все, весь его клан. И как только Майдан это сделал, в общем-то, тут же закончилось весь революционный порыв. Начали тут же делить все, что можно было. И, по сути, можно сказать, что у нас произошел не революционный процесс, а такой переворот. То есть те же яйца, только вид сбоку. Да? То есть те люди, которые кормились от этой кормушки, находились где-то в высших слоях власти, но как бы сами участники этой системы, сегодня они изгнали вместе с Майданом тех, кто был над ними, и сами стали, возглавили ту же самую систему. Система не изменилась. В парламент пришло очень много новых людей, но вряд ли они понимают, насколько глубоко нас поразил, знаете, такой советский образ жизни. То есть Советский Союз живет в каждой голове. И почему я и хотел там переговорить и с вами, вот там слушал некоторые передачи ваши, в том числе и с Демурой. Я тоже слышал такие некоторые нотки советского периода. Вот вроде бы все правильно говорится, а потом раз такая нотка советского периода. А я приверженец либертарианства и полного отказа контроля государства над экономическими процессами. И поэтому вот у нас ничего у меня лично не изменилось. Я как живу, так и живу в центре Киева, работаю, торгую недвижимостью, занимаюсь политической партией 5-10. А вот для народа изменилось очень многое, потому что он начал стремительно нищать. То же самое, я думаю, что эти же процессы происходят в России, россияне начинают стремительно нищать. И получается, что наши два народа были бедными, а становятся еще беднее. Нищими становятся. Да, нищими. И вот тут, конечно, печаль, и обе страны не понимают, куда дальше двигаться. Вот в этой связи хотелось бы, конечно, в связи с этим, как меня постоянно тыкают, говорят, ты неправильно говоришь, надо говорить в связи с этим, буду говорить правильно. Вот в связи с этим ваша программа 5-10, вот интересно, почему именно 5-10, почему не другие цифры? Я причем вопросы задаю, которые нам в чате написали наши слушатели, то есть самые активные, вот написали, интересует, почему именно цифры 5 и 10, вот не какие-то другие. До сих пор государство строит свои отношения с гражданами следующим образом. Государство надо такая сумма, потому что у нас вот такие расходы. Вот расходы такие, поэтому налоги такие, чтобы дотянуть их. А я же поставил несколько вопросов по-другому. А сколько государству хватит для его функций? Я очень четко посчитал, что 5% для управленческих функций государству вполне хватит. И отсюда родилась цифра 5% с продаж. Потому что тут действует принцип «покупаешь – платишь». Мы даже называем это безналоговой системой, потому что в этой системе предприниматель не платит налогов. То есть 5% он заплатил, покупая любой товар или продукт для своего производства или же для личного потребления. И когда заплатил зарплату, он отдает всю ее гражданину, и гражданин сам платит 10%. Вот такая простая система позволяет, самая главная цель этой системы – это завлечь деньги на территорию Украины. Потому что самая главная беда, что в наши страны не идут деньги.
Вот сейчас с этим столкнется серьезно Россия, туда не будут вкладывать деньги. У Украины та же самая беда. На нашу территорию не едут деньги. И это 1000 лет уже продолжается, а может быть и 2000 лет. То есть на вообще эту территорию, если взять и Украину, и Россию, то на протяжении 2000 лет фактически структура экспорта отсюда не изменилась. Зерно, руда и женщины, которых вывозили там, и рабы. Вот то же самое сейчас происходит по отношению к Европе. Отсюда вывозят зерно, руду и рабов в виде дешевой рабочей силы. То есть, по сути, ничего не изменилось. И вот этот вот вековой уклад мы решили изменить. И выставили необычную задачу для граждан Украины. То есть, захотеть быть богатыми. Вот если они захотят быть богатыми, то, в принципе, система 5-10 – это для них. Потому что это лучшая система налогообложения на сегодняшний день в мире. Это не только цифры 5-10. Это беспошлинная торговля, это открытые экономические границы, это отсутствие всех таможенных пошлин, это свободное хождение валюты, прямое кредитование граждан западными банками. Фактически все структуры монополистические у государства уничтожаются вообще. И получается, это очень похоже на Америку 18 века. Это такие клондайк, куда люди приезжали и быстро обогащались, становились богатыми. А многие задают вопрос, а почему тогда не использовать инфляционный налог? То есть не собирать вообще никаких налогов, а на число вот этих налогов, ну, неважно, какая цифра, там, 13%, 5-10% и так далее. То есть государство просто допечатывает деньги. И все, и тогда абсолютная открытость и абсолютно никаких налогов, никто не боится, не прячется, нет налоговых преступлений и так далее. Я знаком с этой системой, она предлагалась даже в Соединенных Штатах, что ввести инфляционный налог на доллар, что в год доллар может там дешеветь там, на 5% или на 10%, короче, на сумму, которую нужно государству. Но я вам скажу, что 5-10 выбиралось еще по одной причине. Важны набор цифр, в которые способен поверить народ. Потому что если мы им будем говорить об инфляционном налоге, это более сложно. Они вообще запутаются. Поверьте мне, я 3 года разъясняю, что такое 5-10. Я уже даже применяю такую структуру. Говорю, 5-10 не понимает либо тупой, либо казнократ. Но сколько я не повторяю 5 с продаж, да, все равно говорят, это 5 с оборота. Сколько я не говорю 10 социальные, они говорят, это на все. И тут что только не придумывают, чтобы усложнить его, запутать. Но люди, когда разбираются, что 5-10 – это на самом деле лучшая в мире система на сегодняшний день, то тогда они начинают хоть немного двигаться в эту сторону и верить. То есть это связаны здесь и психологические, и социальные, и внутриполитические проблемы, ну и, конечно же, проблемы с разъяснением обычному народу системы 5-10. Потому что у нас любят верить в нечто сложное. Вот что, когда совсем непонятно в экономике, когда экономист говорит туманными речами, политик то же самое, говорит непонятными вещами, типа там создание рабочих мест, ничего не объясняет, привлечение инвестиций или понижение налогового пресса, это люди подхватывают и за это голосуют. Когда устанавливаешь 5-10, и не случайно я это повесил на знамя нашей партии, что вот, вот вам четкая позиция, и мы хотим вот это внедрить в Украине. И здесь очень важно людей сосредоточить в этой точке. Поэтому я даже не рассматриваю другие системы, хоть они имеют право на жизнь, но, возможно, для другой страны. Потому что вот для Украины 5-10, судя по всему, будет самая оптимальная система. Спасибо. Вот еще тут вопрос нам прислали. Как вы считаете, выборы в Украине на текущий момент можно назвать честными? Вот те, которые прошли. Говорят, что это самые нечестные выборы, которые прошли за весь период. Потому что осталась мажоритарка наполовину. Это полностью вина президента Порошенко, потому что он не заставил парламент проголосовать полностью пропорциональную систему. И когда они проходили, были огромное количество манипуляций, особенно на мажоритарных округах. Ну вот тот же самый Звягильский пресловутый, там, директор шахты, он там уже 20 лет депутат, по-моему, за него проголосовало всего 1500 человек. То есть даже был использован фактор, что в Донецкой области там не голосовало огромное количество голосующих, а голосовали на 3 участках. В результате 1500 хватало, чтобы попасть в парламент. И кроме того, очень много было подкупа комиссий. Население Украины, которое участвует в этих комиссиях, стало настолько циничным, что в совхозах, колхозах старых, они просто ждут выборов, чтобы заработать с любого кандидата.
И народ превратился в такого. Продают просто свои голоса. За все, что угодно. За гречку, либо за прямой подкуп, за деньги. И это все из-за того, что существует эта самая мажоритарка еще на половине округа. Так, вот еще такой вопрос тоже спрашивают. По вашему мнению, каково наилучшее политическое устройство Украины? Унитарная федерация, конфедерация? Ну, то есть, наверное, то, о чем сейчас постоянно идет речь, так сказать, в высоких политических кругах, и не только Украины, но и России, и Европы, и так далее. Как бы там ни обсуждали, есть психологическая боязнь федерализации. И в это надо смотреть, потому что основная масса Украины вот на сегодняшний день против федерализации. Путин сделал все, чтобы Украина на 85% хотела в НАТО, хотела внеблоковый статус и против всякой федерализации. Федерализацию хотят вот те люди, которые остались там на вот этой территории, которая сейчас серая. Но страх потери независимости, страх пришествия сюда России в любом виде, вот в виде аннексии Крыма или в виде оккупирования там Донбасса, это присутствует, и поэтому, наверное, в Украине будет сохраняться тенденция к унитарному государству. Я думаю, что сейчас идет такая тенденция, что все процессы как бы останавливаются. Этот гниющий Донбасс, он остается приманкой для российских агрессоров, как ни говорите, потому что, если я еще хоть чуть-чуть поверил, когда прилетел Олан, что он о чем-то договорился с Путиным, и что все успокоится. Но буквально вот в воскресенье вечером я встречаю «Вести», включаю «Вести», и там передают большую программу, как ополченцы с России, с Сибири собираются в Сибири и собираются с военной техникой ехать туда, на восток, на Украину. А потом показывают, вот как они на машинах разъезжают и стреляют. И даже показывают, как одного из них убили попросту-напросто. Там его кличка Таракан или еще как-то. И это проходит в прайм-тайм, в вечернем эфире. То есть на всю Россию. Это значит, что все продолжается. То есть Путин продолжает сюда засылать огромное количество, так сказать. Но мы их тут называем груз 200, пока живой. Ну а он продолжает засылать, пользуясь вот этой сталинской формулировкой. Наши бабы еще нарожают. То есть, не знаю, зачем ему надо убивать своих молодых пацанов. Вот это для меня загадка такого императора. Вот это очень важный для нас вопрос. В конце февраля, наверное, я написал, что Путин кинзовыми сапогами загоняет Украину в НАТО. То есть для нас здесь, в Саратове, это было совершенно очевидно. Вот я думаю, что, ну, наверное, там в Кремле тоже есть хоть какой-то один аналитик, ну, по крайней мере, там Слава Володин, он тоже понимал, что то, что вы сейчас вот сказали, то, что Украина в НАТО, Украина в ЕС, и процент поменялся кардинально. То есть, если там был 50 на 50, а может быть... Меньше 50 было, меньше. Да, то сейчас, конечно, большинство. И мы это предсказали в феврале, там более, может быть, так сказать, осторожные люди в марте это предсказали. Но это тогда уже было понятно. Поэтому непонятно, зачем Путин это делает. То есть он делает как раз все наоборот. Как раз то, что он не должен делать. Как вот, по вашему мнению, почему в Кремле идиоты сидят или что происходит? Ну, я думаю, что это единовластие приводит к этому. То есть я думаю, что один человек все программирует и заставляет окружение просто повторять его мысли, потому что другие он просто не слышит. Знаете, как, когда диктатор сильно руководит и все боятся вокруг, ну, как правило, окружение боится потерять кормушку. Потому что, когда говорят у Лаврова там 200 миллионов на счетах, то ясно, что он боится оторваться от этой там кормушки и будет говорить все, что, чтобы понравиться диктатору своему любимому. Но, конечно, надо задаться вопросом, а зачем это Путину, собственно говоря? Я когда-то в марте написал даже по этому поводу такой, ну, сногсшибательный блог в том плане, что я предположил самое невероятное. Возможно, Путин тяжело болен, и он идет на самоубийство, чтобы войти в историю. Вот если это так, то, возможно, мы будем наблюдать, как будет либо покушение, либо что-то такое инсценированное, что Путин будет убит. Возможно, он знает, что он смертельно болен, и сейчас он просто работает под наркотиками. То есть у меня родилось такое предложение, потому что я
не мог по-другому себе объяснить каждый поступок. Но сейчас, когда мы видим физическое, физиологическое состояние Путина, это расширенные зрачки, это опухшая немного физиономия, это уже неестественная худоба, неестественное прихрамывание на обе ноги, как бы вихляющая походка, и постоянное подкашливание вот это. То есть мы видим, что там происходят некие физиологические процессы именно с его состоянием здоровья. Геннадий Викторович, вы затронули очень важный для нас вопрос, которого мы постоянно касаемся. Если это происходит, ну вдруг предположим, что мы с вами правы, и вот это происходит, то нет ли опасности сейчас в мире ядерной войны? То есть вот ну, в таком состоянии Путин легко может развязать ядерную войну, а его никто не сдерживает абсолютно. Он в единственном числе может это сделать. Западные товарищи там разводят руками и, по сути, самоустранились. Вот, знаете, я думаю, нет, потому что такие люди видят себя в историческом процессе. То есть вы знаете, что Путин очень увлекается Ключевским, он его слушает в наушниках, он, в общем, потрясен работами многих историков, которые писали великую историю России. Мы сейчас не рассматриваем, что там правда, что нет, но он как бы считает себя Владимиром Великим там, после всех. И как Владимир Великий, он, наверное, смотрит в будущее, как он войдет в историю в будущем. И вряд ли в будущем будут вспоминать того человека, который ядерную кнопку нажал. Может, вообще никто тогда вспоминать не будет. А я думаю, что это для него важно, стать вот действительно великим. Возможно, в детстве он не был таким великим, потом рос не очень так, работал в сложной структуре. А великим все равно хотелось бы. Хоть и сейчас войти в историю. Вы знаете, что на меня на это натолкнуло? Одна фантастическая статья, которая вышла американских работ психологов, они предположили как раз самоубийство Кеннеди в свое время. Если я бы сейчас задал вопрос, кто самый лучший президент всех времен и народов, конечно же, мы вспоминаем Кеннеди, самый яркий, самый молодой персонаж. И вот Кеннеди как раз был тоже под наркотиками, у него тоже была вихляющая походка, и ему кололи болеутоляющие, он подсел на них. И описывали состояние его дел таким образом, что в Белом доме он буквально оргии устраивал, потому что эти боли, постоянное нахождение под наркотиком, и тут требовались новые и новые впечатления. Женщины в него влюблялись по телевизору, потому что были очень расширены зрачки, как бы, и они тянулись за этим образом. Но потом начали происходить ужасные вещи. Он перестал адекватно оценивать ситуацию, находясь постоянно под амфетаминами. И вроде бы была такая разработана система, чтобы его убили якобы. И вот он поехал в этот штат, который был ненавистный, вызвали туда жену, детей, и он ехал в открытой машине, и что это была спланированная ЦРУ операция, чтобы его устранить. Он даже сидел упасть не мог, потому что он был в корсете. Его расстреливали как человека, который даже вот не спрятаться не может ничего. То же самое, вот я вдруг начал просматривать такую параллель, предположить, что КГБ это известно. И потом эти работы были в открытом доступе. И предположить, что человек задумал свое собственное самоубийство, тогда некоторые вещи становятся на свои места. Это звучит фантастически, но, возможно, так можно объяснить поведение Путина последних лет. Да, вот еще интересует всех, ну, наверное, самый важный сегодня, один из самых важных вопросов. Как все-таки нам войну-то остановить? Потому что война, перспектива у нее очень серьезная и очень, так сказать, длительная. А вот нам что-то нужно делать, чтобы это прекратить. Знаете, вот чтобы понять, как там происходит война, там война происходит как дуэль артиллерийская. В принципе, это две армии примерно одинаковые, примерно одинаково обучены, с примерно одинаковым вооружением. Они, в общем-то, стоят на приличном удалении и стреляют друг друга с пушками. Кто в кого попадет. И кроме этого, образовалось очень много так называемых охотников. Охотники – это вот люди, которых показали по вестям, вы можете посмотреть, которые ездят на машинах и охотятся за другими охотниками. Это такая мужская игра между огромным количеством. Раньше они на охоту ходили, а сейчас они ходят на охоту за людьми. И с той, и с другой стороны такие есть. И вот такая вот война позиционная, она, в принципе, может тянуться достаточно долго. От этого страдает только население, потому что вся охота происходит в населенных пунктах, там, где живут люди, и, в общем-то, вокруг них продолжает идти странная мирная жизнь во всем этом. Конечно же, там проблемы с продовольствием, поставками, но вот это вот то, что подпитывает
Путин своими людьми туда. У меня были несколько клипов, когда я объяснял людям, что подставки под флаги воевать не могут. Шахтеры воевать не в состоянии. В силу своей загнанности в этой шахте они всегда были в подчинении. Но когда их подпитывают военными, инструкторами, в принципе, их ставят в принципе повоевать. То есть их просто обучают. И вот это вот большая беда, что их можно много учить. Людей-то там много, и это достаточно долго. Остановить это, оно, судя по всему, само остановится. Оно остановится в том плане, что люди просто устанут, им станет сильно холодно, охота надоест, и они начнут просто расползаться. Но самая главная остановка – это в том, что Путин перестал снабжать оружием и деньгами. Вот как только он перестанет снабжать их оружием и деньгами, никакого ДНР, ЛНР существовать в принципе не может. И не потому, что они плохие или хорошие, потому что эти территории и без Путина загнулись бы. Там уже давно шахты закрываются, заводы должны были закрываться. То, в принципе, это территории депрессивные для Украины и не так важны с точки зрения экономики. Вот после войны, конечно, будет очень серьезная разобщенность между народами, даже внутри Украины и в России. Как преодолеть эту разобщенность и что делать с молодежью, которая сейчас воспитывается на программах там Леонтьева, Киселева и на всякой такой гадости, от которой у нормального человека мозг срывает, а я про детей я уж не говорю. Что делать с молодежью, как преодолеть? У России больше проблемы, потому что идет промывка мозгов. Я когда смотрю российское телевидение, у меня помощница живет в Днепропетровске, которая меня знает, она, насмотревшись российского телевидения, превращается в любителя Путина просто. Она пенсионного возраста, она мечтает о нем буквально. Я не могу ее переубедить. То есть для России и для части наших граждан очень тяжело. А вот что касается Западной Украины, никакой ненависти особо к русским нет. Если до Майдана я не мог во Львове говорить по-русски, ну в том плане, что как-то не воспринималась моя риторика там, то после Майдана я стал таким, знаете, патриотом и влился в ряды бандеровцев. Потому что оказалось, что вот эта часть моя, я здесь живу, и это моя Украина. Поэтому я начал себя просто считать больше украинцем. Но агрессии к россиянам быть не может. Я имею в виду простым гражданам. Агрессия есть действительно к оккупантам, к людям, которые лазят там по Донецку, не по своей родине, которые приехали из Сибири. Но это, как правило, это, знаете, мы его называем тут генетическим шлаком, который сюда выбрасывает Путин. Это люди с полностью промытыми головами. То есть там непонятно даже, о чем с ними говорить, если они едут в чужую страну защищать российский интерес. То есть как им это внушили, непонятно. Да, вот тут еще такой вопрос. 12 марта Следственный комитет России возбудил в отношении вас уголовное дело. Вы знаете об этом, да? И вот, ну, как оно, это дело ведется, какие перспективы? Может, вам бумажки какие-то они шлют или что они делают? Вот нам интересно. Самое печальное, что мы остаемся в единой системе СНГ. То есть вот международная система поиска преступников. В России бытует этот, как он называется, сервер стоит в Москве. И следователь там по какой-то, он поставил туда мою фамилию, то есть что возбудили уголовное дело. Кстати, по статье неуплата налогов в Московской области, я там не был просто-напросто, я не мог не уплатить налоги. И по статье подозрения в массовых убийствах. Это всего лишь за выступление на Майдане. То есть они-то возбудили. Я тоже вначале посмеялся, ладно, бог с ним. Но самое интересное начало происходить потом. Когда я пошел получать заграничный паспорт, мне отказали. Потому что сказали, вы же в картотеке, вы в розыске. Я говорю, так арестуйте меня, выдайте Путину. Арестовывать мы вас не будем, выдавать мы вас не будем, но и паспорт не дадим. Я поехал получать номера на Теслу, мне не дают номера, потому что я стою в этой картотеке. То есть оно светится красным по странам СНГ. Я даже опасался ехать туда, на Запад, в Европу, в Америку, но туда, слава богу, запрета не стоит. Вот Украина сейчас инициирует выход из состава СНГ, и я думаю, что будет разрываться вот этот договор международный по поиску преступников. Потому что туда они умудрились, эти следователи, включить и Коломойского, и Авакова, министра МВД, и меня, и еще многих других граждан Украины, которые посчитали, что против них можно возбуждать уголовные дела. Я не знаю, что у них там в голове делается, почему они считают, что это возможно, что они могут по всему миру преследовать каких-то людей. Но это происходит. Вот вас
в марте месяце, мы знаем, задерживали в этом, в Крыму. И там даже фотография есть, Гиркин там где-то высветился. Вот вы нам расскажите, конечно, какие-то интересные, может быть, с этим факты связаны, потому что наши в России вообще про это не слышали. И еще такой вопрос сразу же следом. Кто, на ваш взгляд, опаснее вот сейчас для Украины? Такие, как Гиркин или Путин? Гиркин, я так понял, работал давно, потому что потом уже начали приходить сведения, что он сюда и с дарами волхвов приходил, и в Крыму вот это работал. Я позже уже обнаружил. Когда меня похищали, я не видел его. Единственное, что вот этот там Самвел, он постоянно звонил какому-то полковнику, говорит, да, товарищ полковник, да, ваше задание выполнено. И потом, когда меня уже из милиции они похитили, сбросили к машину, там, приставили мне пистолет к ребрам, одели эту маску, но до того, как ее одели, впереди я видел, что сидел типичный русский человек, который мне так и сказал. Началась война, настоящая война, а ты сюда приперся. И я так понял уже потом, что это был некий обучающий центр вот этих будущих террористов. Потому что два вот эти сзади, которые меня держали, и пистолет к ребрам, это были ученики как бы вот этого, который сидел впереди. И их задача была, значит, вывести меня там туда и отколошматить так, чтобы я запомнил это на всю жизнь. В общем, их учили похищать людей и избивать их безнаказанно. Вот этим занимался Гиркин в Крыму. А когда, конечно, когда началась оккупация уже Донбасса, он кинулся туда. И там начал опять же формировать вот эти группы. Я так понял, что это формировалось давно. По линии вот этих людей, которые выставками оружия занимаются. Знаете, реконструкторы так называют. Да, не случайно туда едут. По линии церковной они прятали оружие в некоторых церквях. Там не проводились обыски. И они давно это уже готовили. Как сегодня я увидел, что они готовились на 15-й год где-то. На выборы Януковича, что будут выборы Януковича, он их все равно проигрывает, и в это время мы потихоньку аннексируем Крым. Но так как Янукович сбежал на 2 года раньше, все были не готовы к этому. И когда он сбежал, вот началась более ускоренная аннексия Крыма, запланированная абсолютно операция, и дальше уже шествие на Донецк. Планировалось вообще все это аж до Приднестровья сделать. Но на что не рассчитывал Путин, что русский мир не во всей Украине популярен. Он популярен в 2 областях. А во всех остальных это уже спорный вопрос. И вот наш общий вопрос такой. Как все-таки победить Путина и путинщину? Вот вы считаете, что нам нужно сделать, чтобы изменить этот политический режим, нам абсолютно ненавистный и для нас абсолютно неприемлемый, как мы считаем, вредный, антиконституционный, антинародный. Вот что нам делать сегодня? Знаете, вот то, что вы делаете, медленно, спокойно меняете убеждения. Вот это самая верная психологическая позиция. Потому что у основной массы населения надо менять убеждения. Убеждения очень устойчивые. Путин наше все, у нас есть газ, мы купим всех. Вот сами россияне на это настроены. И естественно, надо менять их просто убеждения. Так как сейчас будет происходить резкое ухудшение благосостояния, оно происходит каждый день. Не знаю, по-моему, сегодня рубль уже 56, а нефть 65. То есть оно там уже начало приближаться к абсолютному нулю. И будет ухудшение. Вот в этот момент самое главное – не спорить с этим, а объяснять им, почему это произошло. Причинно-следственную связь. Потому что это и российский народ, и украинский часто не понимают причинно-следственной связи. То есть, если ты в богатом сообществе, скажем так, весь земной шар, среди богатых стран, что-то делаешь, всегда будут последствия. Никто не обратил в России внимания или обратили так смеясь, когда Обама сказал, что за похищение Крыма Путин заплатит. Он буквально так сказал. И мы видим, сколько теперь платит Россия. Сколько платят российские бизнесмены, сколько платит сам Путин. И он начинает бояться этой оплаты. Потому что эта оплата превращается в бесконечность. Уже там в январе начнут оплаты уже по долгам еще больше. Новый бюджет будет невозможно сверстать. Никто не знает, сколько будет рубль. То есть вот эта оплата и расплата за бездумие, за отсутствие причинно-следственной связи, она наступает. И здесь просто разъяснительная работа. Из-за чего это произошло. И как только люди поймут и сконцентрируются. Вот что у нас произошло.
У нас, я еще год назад делал это предсказание, что Януковича выгонят из страны. Здесь возле Кабмина там был целый репортаж записан. А никто тогда не говорил, как можно выгнать, он тут весь, все у него. А было очевидно, что на улице все говорили про Януковича. Янукович во всем виноват. Цена упала, виноват Янукович. Бензин поднялся, виноват Янукович. Чего-то какие-то, налоги новые, Янукович. То есть с ним связывалось все. И сегодня просто и гражданам России надо разъяснять, все из-за Путина. Как только у них сложится в голове картинка, что все из-за Путина, Путина не будет. Абсолютно с вами согласен. Вот прям вот один в один, что называется, вы сказали. Вот вы затронули вопрос нефти, газа, рубля, поэтому такой вот перспективы. Перспективы человечества в плане, так сказать, энергоносителей, ну и экономические перспективы России и Украины, это тоже нас беспокоит. Потрясающую речь сказал предыдущий еще президент Америки. Он сказал, что террориста побеждать надо не бомбами, а торговлей. Перестаньте у них покупать нефть и газ, и они исчезнут с карты мира. На сегодняшний день Америка поставила к 2016 году уйти от двигателя внутреннего сгорания и перейти на электромобили. То есть совершенно новый источник энергии. И по сути у России не будут покупать ни нефть, ни газ. И, конечно же, это приведет к другой ситуации, что будет такое экономическое напряжение, что придется идти на какие-то экономические свободы. Потому что вот если вы помните 1987 год, причина введения закона о кооперации – это то, что страна не могла прокормить страну. То есть государство не могло обеспечить ничего, выпустить никакого права. Тогда разрешили частно-предпринимательскую деятельность. Я вошел в частное предпринимательство в 1988 году. И знаю, что тогда было. Полная свобода, там 3% налог, и мы как грибы росли. Вот новые экономические свободы вынуждены будут появляться в России. Это уже без газа, без нефти, но новые экономические свободы – это единственное, что может спасти Россию. Вот система 5-10, кстати, для России, это была бы просто идеально. Ситуация, когда государство при помощи газа и нефти обеспечивает пенсионеров, а все остальные живут без налогов. Вот это были бы Дубай или Сингапур, и в кратчайшие сроки. Вот, Геннадий Викторович, такой прямой вопрос. Вы политик. А политик, ну, как бы он рассматривает себя, конечно, так сказать, вместе с народом, видит какие-то перспективы для народа, но и для себя в том числе он видит какую-то перспективу в государственной власти. Вот вы кто по жизни, кем бы вы хотели быть? Премьером или президентом? То есть тем, кто как лошадь бы пахал в плане того, ну, в экономических каких-то вопросах, какие-то политические вопросы решал, или тот, кто представительские функции выполняет и определяет стратегию государства, то есть тактик вы или стратег, вот так интересно. Я отношу себя к бизнес-философу, то есть я скорее проповедую то, что я говорю. Я проповедую новую систему ценностей, новые отношения государства с человеком, абсолютные свободы экономические. И меня больше, например, устраивает позиция Ганди или Кинга, чем какие-то должности. Как раз должности меня на этот момент не интересуют. Я был народным депутатом, и это меня мало интересует. Меня сейчас интересует, чтобы миллионы граждан Украины заразились идеей 5-10. Потому что на самом деле, когда ты начинаешь разъяснять, что люди, вы можете быть богаты, а они не хотят. Они хотят государственного контроля, они хотят, чтобы государство решало за них вопросы и голосуют за политиков, которые им все это обещают. Это проблема и России будет, потому что основная масса граждан – это Советский Союз в головах. И вот наша самая главная задача, это миссия, которую мы на себя возложили, это открывать людям глаза, что выбросьте государство из головы. Оно вам ничего хорошего не делало, не делает и не будет делать никогда. И как только вы выбросите его из головы, вы скажете, я за все отвечаю, дайте мне возможности, чтобы я это осуществлял, свою экономическую деятельность, желательно без государства. И это внедрить очень тяжело. Поэтому мы скорее себя сейчас видим просветителями, проповедниками новой экономической модели для Украины. Ну, сложно, конечно, многим убить государство в себе, это безусловно. Но вот вы же понимаете, что модель 5-10,
не будет внедрена, если вы не будете президентом или не возьмете как большинство в Раде. Вы не сможете донести до вот тех людей, которые управляют государством, свои идеи, пока вы не будете их контролировать. Вы же это понимаете, вы прагматик, бизнесмен. Тут целый ряд последовательных событий. Если люди увлекутся идеей 5-10 как движением, то, соответственно, у нас существует партия 5-10, которая выступает на всех избирательных кампаниях. Тогда мы можем получить хоть какие-то проценты. Но мы не ставим себе задачу получить какие-то проценты. Партия 5-10 ставит себе задачу получить всю власть. То есть это 226 депутатов, это свой премьер и свой президент желательно. То есть это вся полнота власти в Украине. Либо экономическая диктатура, которая должна быть отдана премьер-министру, который возьмется и сделает систему 5-10. Потому что ее невозможно согласовать, ее невозможно внедрить в эту систему. Это как, знаете, детали с космического корабля ставить в трактор. И вот мы разработали этот самый космический корабль, который хотим здесь внедрить. Но для этого надо уничтожить трактор. Поэтому задача архисложная с точки зрения вот проповеди, то есть людям донести ее. И сейчас не ставится задача занять какие-то посты. Сейчас самое главное – это заразить идеи. Вот как социализм, да, он ходил целых 100 лет, даже больше, по Европе, там призрак бродит по Европе, призрак социализма, да, и в конце концов оно бабахнуло уже в 20 веке. То же самое будет происходить, наверное, и в Украине, когда люди, основная масса зародится. Заразиться этой идеей. Я даже сравниваю наше движение с ранними христианами. Вот тоже они долго-долго, и через 300 лет не стало... То есть вся Россия, Римская империя захвачена была христианами. То же самое пятидесятники, вот люди, которые заразились идеей 5-10, идеей безналогового государства, освобождения граждан от налога, должны заразиться этой идеей. Вот когда их будут миллионы, вот тогда мы уже будем... Решать вопрос власти совершенно по-другому. Возможно, это будет Майдан, возможно, это будет добровольная сдача. Но тут самое главное – это вместо совка в голову сунуть систему 5-10. Геннадий Викторович, вот многие русские люди сейчас в России, так скажем, ненавидят Путина и путинщину. Они подвергаются репрессиям. И ну, вот мой помощник, в частности, Кармишин, сейчас проживает... В Швеции, недалеко от города Мальме, получил там политическое убежище. И многие бегут на другой конец мира. Но они не бегут на Украину. Почему? Потому что с точки зрения безопасности и с точки зрения того, какие возможности предоставляет Украина, это наименее удобная территория для таких людей. Наименее. Они ненавидят Путина, они всей душой с Украиной, но вынуждены бежать куда-то в Германию, в Данию, куда угодно, только не на Украину. Почему Украина... Ой, что-то у меня все грохнулось. Что произошло? Да вроде ничего. Ну, может, перерыв по скайпу там. Надо было завершить. Андрей? А, это у него скайп, да? Прервался. Ждем. А, ладно. Так примерно ориентировочно. Минут 45 хочешь, да? Да я хотел в 40 вот заканчивать. Уже 40 минут, я думаю, это нормально. Я вот этот последний вопрос хотел. Давай, 45 хотя бы. Ну так, чтобы у нас какой-то формат организовался. Ну, как урок. Не, ну так бы оно и вышло-то в любом случае. Да. Не, ну чтоб ты сам, когда ориентируешься, ну так, примерно. Чтобы мы уже какой-то формат заработали. Тут еще задержки. Почему разговор как раз с полчаса и получается, да? А что там, Андрей, крутится у них, да? А мы сейчас в эфире или что? А мы-то в эфире сами? Ну, вот я не сказал, он это...
эфире? Были. Да. Да, это наша вина. Да ничего, это вина техники, тут ничего страшного. Алло? Раз, два, три. Да, все. Все нормально, вроде бы. Это наша вина, у нас закончился. Закончилось электричество. Но... А вот знаете, как мы с вами связаны? Девичья фамилия моей матери Мальцева. Здорово, хорошо. А в России есть город Балашов, Саратовская область. Да, конечно, вот от нас совсем недалеко. Я хотел сказать, под занавес, вы меня опередили. Так что вот я, Геннадий Викторович, вопрос. Как сделать так, чтобы Украина была более доброжелательна к тем русским людям, которые бегут от Путина и хотят бороться с путинщиной, но не в состоянии этого делать в России, потому что им придется делать это из лагерей? Вы знаете, я встречал здесь ребят, которые приехали сюда, у них статьи как раз там заведены, по статье терроризм какая-то, они мне показывали, у нас с ними одинаковая статья заведена. И они здесь ходят, ищут себя, но Украина, как вы знаете, занята еще внутриполитическими процессами. Просто в России часто думают, что Украина совсем уж озабочена Донбассом, Луганском. Здесь ну, люди тоже экономически выживать пытаются, работают, заняты там вот внутриполитическими разборками. Поэтому, возможно, они не находят себя так уж четко здесь. Хотя их очень много здесь, в Украине тоже. Ну, может быть, вот вы, как, так скажем, человек не безразличный ко всем этим вопросам, просветитель. Может быть, вы бы... Мы говорили как раз вот с Мироновым здесь в студии встречались и говорили о том, что было бы неплохо провести такую славянскую конференцию, именно антипутинскую, в Киеве. Киев, мать городов русских, так скажем. Поэтому хотелось бы посмотреть людям друг другу в глаза, выработать какие-то механизмы, что делать дальше. Потому что здесь многие, я честно скажу, в России опустили руки, особенно те националисты, которые всю жизнь ненавидели Путина, а потом вдруг их товарищи, которые были вместе с ними, они сейчас кричат «Крым наш», «Путин молодец», и то есть произошел раскол, и эти люди отошли в сторону, нервно курят, посматривают на все это, говорят, какая херня. И многие звонят мне, говорят, спасибо, что ты есть, что ты там информацию даешь, а мы уж вообще стреляться и вешаться хотели, потому что остались в меньшинстве. И вот это ощущение меньшинства, оно совершенно страшное, поэтому таких людей нужно как-то, я не знаю, успокоить, там, ободрить и так далее, чтобы они не боятся ни тюрьмы, ни полиции, ничего не боятся. Они боятся того, что они не на правильном пути. Вот это главное. Вы знаете, мы буквально вот в эту пятницу запускаем интернет-проект, он будет называться «Сопротивление». Вот из этого зала, где я сейчас сижу. И, возможно, надо, чтобы эти люди, я вот через ваш канал хочу обратиться к ним, чтобы они где-то появились в моем офисе Грушевского 16. И, возможно, они тоже будут участвовать вот в этой передаче «Сопротивление». Но, кстати, это название очень важно и для нашего внутреннего потребления, и для России. Потому что на самом деле мы сопротивляемся не Путину, и не Порошенко, а мы сопротивляемся совку. Потому что если там такой рафинированный совок на военной мощи держится, то у нас совок не менее рафинированный, просто нет военной мощи. И общее сопротивление надо оказывать. И, конечно, поддерживать людей. И вот эта передача, она будет идти ежедневно с 6 там, до 8 часов. Тут будут включаться другие политики, и мы ее будем здесь проводить. То есть постоянно действующая студия, которая даст возможность освещать. А мы с вами тоже сможем выходить на интернет-мосты и обсуждать все эти вопросы. Спасибо, Геннадий Викторович, спасибо, что приняли участие в нашей передаче. Мне лично все очень понравилось. Я преклоняюсь перед вашей смелостью, потому что вы все-таки в России. Я после поездки в Крым и нахождения 8 часов, когда тебя бьют по голове эти непонятные люди, вы как не боитесь в Саратове, я понимаю, что может быть все что угодно. Поэтому мое почтение вам в том плане, что вы делаете. И это, наверное, самое главное. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Счастливо.